Аллилуйя! Слава Богу, друзья! Приветствую всех вас! Да, благословляю во имя Господне! Продолжается мое служение здесь, в Севастополе. Семинар провожу по истории христианства. Сегодня уже второй вечер. Добро пожаловать! Кто еще не подключался, пожалуйста, подключайтесь сегодня в 6 часов вечера. Буду стараться и в следующие вечера все, по самую пятницу включительно, проводить онлайн. По крайней мере, уже на утренних молитвах говорю об этом тоже и молюсь о том, и главные темы семинара, в принципе, стараюсь оглашать. Я думаю, что даст Бог впоследствии как раз вот ту распечатку, которую мы делали как раз к семинару, сделаю отдельно еще, именно посвященную семинару здесь, в Севастополе. Потому что из истории христианства как раз, из истории церкви, беру свидетельства вот этих пробуждений, которые были в истории церкви, свидетельствую о своей жизни. Я думаю, что Господь даст возможность вот говорить об этих пробуждениях больше. И вообще вот даже сборник статей по истории церкви, который издавал когда-то давно уже, думаю, если буду переиздавать, то буду переиздавать именно вот в таком ключе даже. Именно о пробуждении, о реформации. Вот, это очень важно. Пусть Бог благословит всех вас, друзья. До встречи, да, с Богом.